нельзя заранее угадать, какой характер будет у вашего котейки. То ли питомец окажется ласковым и нежным, то ли игривым и шустрым, то ли хитрым и шкодливым. Вот и Марина Фомина даже не догадывалась, что именно ее ждет, когда приютила маленького рыжего мурлыку. Котейку зовут Персик, а семья частенько называет его рыжим демоном. Что с ним случилось до встречи с Мариной, никто не знает, но питомец был в плачевном состоянии. Котенок оказался сильно побитым, тощим и несчастным, когда девушка нашла его на улице. Марине стало до глубины души жаль животное, поэтому она решила, что заберет его к себе домой. Какое-то время понадобилось, чтобы Персик восстановился после травм, отъелся и привык к новому месту жительства. Когда котик полностью освоился, стало понятно, что он гиперактивный. Маленький хулиган не знает, что такое усталость, и круглосуточно скачет по дому, пытаясь улучшить своим хозяевам настроение или просто мешая им заниматься своими делами. У Персика есть милая привычка. Он почти каждую ночь приходит к кровати Марины, запрыгивает к девушке и будет ее, чтобы она погладила сорванца. Девушка с улыбкой на лице признается, что иногда ей хочется показать Персику, кто в доме хозяин, но она никогда его не наказывает за шалости. «Я ни разу не пожалела о том, что он теперь живет у меня», — говорит она. Наверняка и Персик ни о чем не жалеет. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк.